всем здравствуйте, дорогие слушатели нашего канала, подписчики, любимые зрители. Всем привет, ребята, с вами сегодня Шмель и Паук. Поздоровайся, чувак. Всем привет. Да, это наше первое видео, не судите строго. Копивай. Я помню, на видео такой же бред сказал, когда один снимал. Ну ладно, пофигу. Короче, это карта на прохождение, на страшилку, на скримеров, на пукан. Да вот ты дебил. На пукан паука. Че я-то? Че я, что ли? Вот я дверь закрыл. Так, я возьму еще парочку очков, ты, наверное, тоже возьми. Все, побежали, давай. Я 7 взял. Нам попались вот такие клевые очки. Они, кстати, затемняют, ты заметил? Ну. Маленько. Правила этой карты. Правила не читерить, не что-то тут еще. Паук, дальше ты. Ну, все по-английски написано. Не ломать блоки. Ой. Так, что, выходим тут, да? А где кнопка-то? А та, там может ее надо сломать? Так, подожди, нет, не-не-не, это наоборот. Давай на нее тыкнем. Давай на нее тыкай ты. Меня куда-то телепортировало. Ты где, Шмель? Тихо, Шмель, ты поехали. У меня все. Нет, я тут. У меня все прогружается. О, боже мой, у тебя голова задом наперед была. Сейчас я звук. Где мои очки? У меня очков нету. Я звуки побольше в Майнкрафте включу. Ну-ка, сейчас посмотрим. Да, в самый раз вот. Ой, какие страшные звуки, чувак. И всем здравствуйте, пацаны. С вами сегодня МС Шмель и МС Паук. Сегодня мы проводим испытания в этой страшной больнице, где забрались 10 тысяч мертвецов. И сегодня мы будем изучать, кто там. Здравствуй, Шмель, Паук. Сейчас реально где сзади такой скример. А чё у меня? Кстати, я на самом тусклом играю, ты тоже? Да, я тоже. Да, у меня самый тусклый стоит. Все, побежали. Побежали. Больница Сайл Хилл. А вон это. Кстати, я чат это выключу сейчас быстренько. Настройки сетевой игры. Размер. Мне что-то сказали. Только команды. Все, я чат скрыл, чтобы ничего такого не писалось. Так, побежали, давай. Так, давай ты мини. Вау, смотри, ну, какая клевая луна, прямо как... Где? Твоя жопа. Шмель! Чего? Я сзади тебя. О, сундук. Чё ну, за тут ничего нет. Дверь, давай сломаем ее. Давай сломаем. Тихо, тут какие-то страшные звуки. Ну, у тебя, да, у меня нет. Да ты просто все звуки выключил, конечно. Братик, иди вперед. Не-не, да вместе. А, блин, я боюсь, мы первый раз. Смотри, тут кровь. А, это кровь. Ну, похер. Не наша. А, чё за херня? Эй, братик. Чё за фигня? Иди давай вперед, слышишь? Не-не-не. Давай иди. Ты меня ещё убьёшь. Да не убей. Прикинь, не скримеры нас убили, а сами друг друга. А ты скримеру не убивают. Ага, не убивают. Тебе только кажется. Капец, я смотрел. Я даже когда на видео смотрел, я боялся. Ты смотрел, а я-то нет. Ну вот. Давай иди вперед, слышишь, я один. Не, слушай. Капец, слушай, я не спал. А чё как? Мне звонят. Стоп. Давай, стоп, паузу. Ща. Братик, иди вперед, пожалуйста. Иди давай. Иди вперед. Ты видел в окне скример? Тут вообще никого нету. Там в окне должен быть. Блин. Тут вообще пока никого нету, я вообще не. Как мне дверь открыть? Тут кнопка, дебила. Братик, не оставляй меня тут одного. Я сломаю эту долбаную дверь, лишь бы ты вошел. Все, иди за мной. Капец, надо было не на полный экран поставить. Да, на полный экран. О, пластинка и нить. А зачем нам пластинка и нить? Да, мои паутинки. А почему я ломать ничего не могу? Опа, тут как... Братик! Ботик! Тут сейчас мерзкий голос девушки был. У меня мурашки побежали. Чё это такое? Это караоке? Зачем ты это Шмель приложил?
Когда сам боишься. Фу-фу-фу, стой, подожди. О, я обосрался опять. Так, идем дальше. Мы тут. Оп, давай пожрем, что ли? Я не знаю. Ням-ням-ням. Братишка, садись. Так, я не на полный экран поставил, все нормально. У меня есть книжка, можем книжку пожать. Чё, факел, что ли? Ой. Ты дебил! Брать, мне сейчас страшнее стало. Где факел? Я его случайно. А где он? Да хер знает, все пошли. Я ни хрена не вижу. Думаешь, я что-то вижу? У меня тем более на маленьком экране все стоит. Я поставил. Так, куда идем? Чтобы не очень страшно было, да я не знаю. Опа, это... ножик. Братик. Где? Тут ножик. О, кухонный ножик. Бери его. Да я не могу. Ну-ка. Звуки нормально вроде в Майнкрафте. О. Опа! Ништяк, картошка. О. Золото мое, золото. О, жвачка. Ты дебил, тут торт есть. Где? Вот. Ты че? Я торт сожрал. Я тоже. Твой, который... А, боже мой, братик. Там скример был, я обосрался опять. А ты чё, скримера видел? Да, он такой страшный, у меня мурашки побежали. Да ну нафиг, там... Майнкрафт и страшный, когда такое вообще было? Да там потому что не кубики. Опа, чё это такое? Фу, пипец. У меня еще звуки... Палочки и мисочки. Братик, у меня звуки, прикинь, короче, на полную. Это просто жесть, я тебе говорю. Музыка на полную. Ну, идем давай. Ты где? Surprise, motherfucker. Боже мой, да что за херня? Фу, тихо. Все, давай, идем дальше. Че? Тут опять скример. Почему именно я на них попадаюсь? Я вообще не понимаю. Бедный шмелёк, а, блин, вообще. Жесть. Фу, так тебе и надо. Нифига себе. Ну, будешь себе так предлагать. Офигеть. Самое прикольное, когда я это боюсь, я весь потею. А чё? О, ниточки мои, паутиночки. Всё, теперь ты вперед иди, короче, меня задолбал. Не, шмель, ты знаешь, как я боюсь? Хорошего очень. А у меня, я типа не боюсь, да? Я вообще смельчак самый. Все, пошли, давай. О, хотя бы нормальная музыка. А, нет, опять страшная. Звуки-то тоже в Майнкрафте включи, а то мне что тут... Я так, чё, погоди, когда постоим. Иди вперед, теперь ты. Настойки, музыка. Надо было вообще Скоробея позвать, он ничего не боится. Но, да. Вы же в Слендере. Ты меня еще убьешь! Иди вперед. Да пошли вместе. Нет, я не пойду больше первый. Давай иди первый. А че это? Ой. Опа. Ну так надо, я ему был с Скоробеем позвать. Да, Скоробей. Ты же в Слендер играл. Че-то че? Да я в Слендер, но это мне кажется пострашнее, чем Слендер будет. Боже мой. Че за звуки? Шеми. Шмель, давай никуда не смотреть. Давай вот так вот тут идти, давай. Да блин, а я соскримил. О боже мой, тут опять что-то страшное. Там кровь. Тут кровь везде. Я не понимаю, музыка страшная, да? У меня тут музыка майнкрафтерская. Прикинь? Песенки такие? Да. О, песенки, ну тебя-то песенки тебя везет. Братик, что, идем дальше? А зачем? А чё у тебя? Лучше не будем играть. Да нет. Я что-то сломал. Что-то сломал? О, картина. О, картина. О, прикольно. Дай картину поломаем. Дай сюда картину. Где картина? Не у меня. Но самая главная картина. Ради золота мы должны это пройти. Держи его как золото. А я книжку. Я если что бить сразу буду этим золотом. Да всех ты бей. А чё в воду не упал? Я тоже. Вот. С ним еще в воду упали. Нам, там, по идее, поскольку я понял, надо по вот этой кровяке идти, да? Пошли нам. Так, чё за железные двери? На-на-на. Не, ну вот когда они неожиданно так появляются, это самое неприятное, наверное. Иди, мил. Я в воду. Всё, давай тут останемся. Нет, идем дальше, братик, мы должны это пройти. Ты, а не я. Если я сейчас гулять пойду, то... Пошел нафиг.
Я скажу какое-нибудь оповнание тебе. Давай, иди. Слушай, я типа, я не знаю, в как... Пошли, пошли, давай. Мне посочно. Да заткнись ты, иди вперед уже. А, у меня что повисло. Братик, ты где? Иди вперед, а чё я всегда вперед иду? Давай еще побежим с закрытыми глазами. Стой, нам... Иди. Не, в подвал мы точно не пойдем. Пошли назад. Там какой-то это проход был наверх. Наверх. Да. Ой, что-то мне ломает. Пошли наверх. Наверх иди. Давай быстрее. Где лесенка? Вот. Ты интушу идти. Чего? Ой, ладно. Так. Капец. Еще так и мы слышим. Тут вроде пока что. О, лесенка. Давай дверь откроем. А, это поход бассейн, да? Бассейн? Бассейн это. Бассейн. Бассейн, бассейн, бассейн. Идем обратно. Китайцы. Играют. Так, что, куда идем теперь? Да не знаю. Давай иди вперед. Опа, слышишь? А, шмель, смотрим. В пол, в пол, в пол. Ну, в пол, в пол. Идем прямо. Жесть, просто жесть, не знаю. Смотрим в пол и идем прямо. Шмель, веди меня. Знаешь, я вот чувствую, сейчас что-то вот тут будет. Ну давай, выскочи что-нибудь. А, нет, удивительно. А там что? Книжечки. О, книжечки, бумажка. Сзади никого? Просто когда обычно разворачиваюсь, там сзади кто-нибудь бывает. О, тут писать чем можно. Типа, что? Привет. Вообще не имел. Привет. Но мне надо жрать. Ты мне мало хп оставил. Все, я написал. Братик, а как это? А, подписаться. Шмель. Все, братик. У меня есть две книжечки. Так, куда дальше идем? Мне это дам. Куда идем? Да не знаю. Не тупи, братик, пожалуйста. Я тут что помню, я давно смотрел. Опа, жесть. Че там? Опа, херня. Пошли в жесть. Это жесть, смотри. Тут кровь сейчас что-то будет, я тебе отвечаю. Порох, я тинтишку сделаю, взорву это все. Надо было песок взять. Чего здесь? Песок взять. Да ну нафиг. Чтобы тинтишку делать. Там такие механизмы везде. Они все поломали. Слышь, что, сюда идем? Че? Нет, я тебе говорю, вот стрёмно одному эту карту проходить. Кстати, а почему у нас очки пропали, я не понимаю, что-то. Да не знаю. О, книжечка. Книги, книги. Хома-хома-бухи. Давай иди вперед. Так, я закрыл глаза. Давай, закрывай. Все, я пошел. Красавчик. Тут вроде ничего пока что нету. Я сломаю эту картину. О, смотри, какая прикольная. О, кофе. Это где? Я тут. Смотри, какая прикольная. Моё тинтишечки. Ты нашел? Нет. А, тут порох. Да, порох. Так. Так, сиди вперёд, иди. А, страшная музыка. Смотрим в пол. Чего? Страшная музыка у меня. Вот сейчас что-то появится, да? Нет. Я в пол смотрю. Ну-ка, а может быть... Стой, подожди, давай поспим. Ложись, ложись. Сейчас, нет, может быть, утро станет. Типа... Вы прошли эту карту. Ну и чё? Нет, чё, всё равно ночь. Блин. Ладно, лучше не стало. Нет. Я думаю, карту сломаем. Ладно, идем туда. Типа, это если наступит день, то вы пошли карту. Ну. Опять страшная музыка. Опа, всё, идем. Идем. Вот это... Отвечаю, это самая стрёмная карта. Даже... Помнишь этот коридор-то? Темный коридор. Темный коридор, нет. Но. Ну там типа такой большой туннельчик, и вниз спускаешься. Иди вперед. Вниз надо. Иди вперед. Так, а где тут? Почему именно мне везет на скримеров? Ну ты же ничего. Вот тут эта дверь открыта. Братик, там что-то голова, что ли? Посмотри. Иди взглянь. Не-не-не, у меня одно сердце, я не верю. Ведь я скримил и делаются, по полу сердца снимают. Два скримила, и я тут. Так, я не хочу тут посмотреть. Бей меня. Не надо. О, голову. Тут головы.
О, телек. Давай телек примем. Это телек? Да, это телек. Я вообще ничего. А вот это на что похоже? О, автошмель книжка. Нет, я сюда не пойду, сейчас что-то вылезет. Так, все, погнали отсюда. Печечка. Тут ничего интересного. Опа! Вот это интересная картина. Какие тут вообще было? О, вот это самое то. Надеюсь, меня YouTube не забанит. Братиша, ты где? А ты где? Похоже, походу наш путь ведет в подвал. Тебя скелет поцеловал. Тебе. Иди вперед, иди. У меня что-то прогрузилось. Будешь смотри в пол. В пол смотри, ты где? Мне интересно. Какие-то звуки. Шмель. А, тут ничего нет такого. Слышь, ты где? А это, наверное, у меня сейчас бьется. Типа того. Слышишь такие звуки? Ой, порошек, опять мой порох. Может, нам надо порох собрать? Давайте интишку с кавсем подаем. Тут мне не нравится такая. Ты где? А как мы ее пойдем? Нормально пройдем. Капец, я надеюсь, это не затянется на весь. У меня уже, знаешь, сколько порох, жесть просто. Я вот сейчас прямо готов тентишку скрафтить. Я записал бы. И вился. Я сразу буду бить всех. О, оп, свет, 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 свет. Свет, свет. Жми на эту хрень. Да на... Ну, ты что делаешь? Ты меня запереть хочешь? Жми на эту кнопку. Я жму, я жму. Давай жми, я. Я жму. Опять пластинка, бумага, книга и бутылек, там еще какая-то фигня. Че это такое? Блин, а кровь. А, нет, я могу кровь сломать. Шмель. Я жму. Мне страшно. Все, пошли отсюда. Все, пошли. А, где че? Я не вижу ничего. Где? Я так и не понял, смотри, мы вот сюда вот спустились, а это все последние дороги же были. А теперь-то куда? Слышишь, что говорю? Ну-ка, тут ага. Ничего нету. Капец, у тебя, походу, на яблоках стоит. У меня кажется. Вообще на темный, ты что гонишь? Я тут ни хрена не вижу, как ты хоть что-то видишь. Ну, потому что у меня на полноэкранный режим, идиот. А, ну ладно, понял. Да, нет никого. А мне на скримеров не везет. Да тебе вообще это, я тебе говорю, я... Так, это был... Тут твоих скримеров. Слышь, тут дверь была открыта. Вроде. Да это мы по не закрываем их. А, ну да. Мы же не бина. Так, мы вернулись обратно. Только не убей меня. Я не понял, мы круг что ли обошли? Получается, мы были во всех чисто комнатах, а куда теперь-то? Я знаю, что теперь. Ладно, ребята, если вам понравилось это прохождение карты, можете поставить лайчик на наш каналчик, на видео на это, разумеется, и подписаться, тут все просто к чертям собачьим горит, полыхает. Мне очень сильно понравилась эта карта, я два раза усрался от двоих скримеров. Я не один раз. Ты что делаешь? Ты дебил, а мое золото? Вот, железо кидай. Че, алмазы что ли полетели? Да, алмазы. А, ну нормально. На, вот золото. Не надо, братик, пожалуйста. Я с тобой проходить не буду. Ладно, подписываемся на подписываемся на наши каналчики. Всем удачи, всем бай-баюшки, ребята. Попрощайся. Пока. Всем пока. Хватит выкидывать. Всем пока. Пока.